Постройки на территории города вновь частично замораживаются. Бывшая зона гостеприимства теперь под особым контролем. Если во время игр возведение недостроенных объектов просто приостанавливалось, то теперь сооружения, на которые нет разрешения или оно просрочено, будут снесены. Недостроенных объектов в Сочи немало, и строительство многих из них уже должно было быть завершено. Кроме того, на этой территории разрешения уже не выдаются. Ничего строить там нельзя. И я вас вынужден предупредить об этом, что все, что разрешение на строительство, вам просто не выдадут. Тоже готовится указ президента, даже закон Российской Федерации, который будет четко говорить о том, что это дело сугубо органа контроля и администрации, которые за это отвечают. Особенно это касается незаконных построек. Так, например, на улице Пасечная ведутся работы по возведению жилого дома без согласования. Обращали за разрешение, получили отказ, сейчас в стадии корректировки проекта. Нет, вам вот что это за... Кто вам разрешал вообще? Вы что, собираетесь это строить, что ли? План был таков. Анатолий Пахомов потребовал от подрядчиков освободить площадку и привести ее в порядок в ближайшее время. Владельцам объектов на Чехово, Санаторной, Волжской, Тимирязево, Парковой, Черноморской и Ленина необходимо поскорее завершить работы и привести постройки к единому архитектурному облику и санитарному состоянию, а также иметь пакет документов, соответствующих строительным нормам и правилам. Татьяна Говоркова, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.